В инженерно-технологическом лицее подвели итоги областного смотра конкурса творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. В финале приняли участие команды победителей зональных этапов из 10 городских округов Подмосковья. Тему продолжит наш корреспондент. Муниципальный этап смотра конкурса прошел в октябре. Его участниками стали более 10 тысяч школьников со всего региона. В финал вышли 10 команд, которые теперь соревнуются за победу. У нас более 45 работ было представлено. Все очень красочные, очень интересные. Изучая те же самые правила дорожного движения, про которые мы все время говорим, они уже заранее сохраняют себе жизнь и здоровье. А когда они еще это транслируют для своих сверстников, для юных участников движения, ну это, вы понимаете, такое комбо, это вдвойне уже они приносят пользу себе и другим ребятам. Выступления команд проходили под девизом «Знаю сам, научу другого». В творческой форме ребята рассказывали о правилах дорожного движения и напомнили об основных дорожных знаках, которые обязаны знать и водители, и пешеходы. Площадка детская у дома. По правилам жилая зона. Подскажет знак водителю. Во дворе будь бдительным. Мы учим правила дорожного движения и учим наших одноклассников, друзей. Жизнь у нас одна, поэтому нам надо соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу в положенном месте, смотреть по сторонам и не бежать перед машинами. Члены жюри оценивали не только выступления конкурсантов, но и проверили теоретические знания юных инспекторов дорожного движения. По результатам смотра конкурса победу одержала команда «Наследник» из «Электростали». Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.